если запереть в квартире 5 слонов и 9 львов, если к ним еще прибавить 2 быков и 3 коров, а потом впустить в квартиру стаю птиц через окошко, все они шуметь не смогут громче, чем шумит Сережка. Здравствуйте, мои маленькие друзья-телезрители! Как поживаете? Небось, так же весело и громко, как мой приятель Сережка, о котором я только что вспомнил. Но надеюсь, что именно сейчас в каждом доме в данный момент все очень хорошо и спокойно, потому что на ваших экранах самый сказочный и добрый лев на свете по имени Левушка. Сегодня, как я и обещал, мы продолжаем разговор о кошках и узнаем, для чего им нужны усы. Так вот, эти самые усы помогают кошке охотиться, определять расстояние, обходить препятствия и находить дорогу. И ни в коем случае усы кошкам стричь нельзя. А почему? Да потому что усы – это самые чуткие из всех органов чувств. Они воспринимают малейшее прикосновение и даже в полной темноте служат неким таким радаром, таким вот, который оповещает кошку о различных предметах и опасностях, встречающихся на ее пути. Ну, типа там ловушек или колючих кустов разных. И тогда кошка немедленно закрывает глаза, тем самым сохраняя их от возможных ранений. Мало того, при помощи усов кошки чувствуют приближающиеся предметы даже без малейшего прикосновения, а только по движению воздуха. И уж, конечно, бедные несчастные те кошки, которым их нерадивые хозяева взяли, да и обстригли усы. Это сущее издевательство, другим словом, не назовешь, ведь в этом случае они обрекают своих любимцев на страдания, потому что уж безусые кошки никак не могут свободно передвигаться, а значит и спокойно жить. Вот так, дорогие друзья мои, но давайте не будем о грустном. Я верю, что среди моих телезрителей таких нет и просто быть не может. Поэтому предлагаю вашему вниманию еще одну историю, приключившуюся с нашим неугомонным Кешей. Вот и все на сегодня, друзья мои. Желаю вам только хорошего настроения и побольше добрых дел и поступков. Напоминаю, мой адрес: улица Ярославская, дом 50, Угличское телевидение, передача «У Левушки в гостях». Пишите, рисуйте, задавайте ваши вопросы и не забудьте поздравить своих дорогих мам, бабушек и сестричек с наступающим праздником 8 марта. А я прощаюсь с вами, до новой встречи. Пока!